Здравствуйте, представляем котел жаротопку на 100 литров фактически. Это значит кран у нас ДУ-100 выгрузной, ДУ-50 выгрузной, радиаторная решетка в виде квадратов, то есть чтобы можно было сюда поставить брикет, чтобы топился, проще топилось через радиаторную решетку квадратную. Ну это значит у нас радиаторная решетка разбирается на гайке баттерфляй, чтобы можно было разобрать и снять радиаторную решетку и помыть ее. Залить теплоноситель вода, это расширительная воронка, это краник воды в рубашке, сейчас залита вода для проверки работы. Включаем сетевую кнопку, значит мощность у нас получается 7 киловатт и 7 киловатт. Сейчас идет нагрев 14 киловатт. Верхний предел у нас сейчас стоит 24 градуса. Если не будет воды, загорится, вернее, когда идет зона параметров, загорится желтая лампочка. Это циркуляционный насос. Включаем его для циркуляции теплоносителя. То есть забирает с нижнего радиатора, парогенератора и гонит через радиаторную решетку. То есть сейчас уже нагрелась радиаторная решетка. И потом сбрасывает верхнюю часть рубашки. Сейчас идет нагрев. Идет нагрев при пустом баке. То есть если будет теплоноситель, то есть трубочка, вон варена трубочка, можно делать минимальную загрузку теплоносителя. Вернее, продукта. Так, сейчас идет нагрев. То есть можно также включать поблочно. И значит, если не будет воды, закончится вода, загорится красная лампочка. То есть сухой ход, датчик сухого хода отключит теплоноситель. Опустили немножко параметры. Сейчас 21,9. То есть котел переключился. Пока мисс по инерции не упадет на нижний предел, не включится. То есть поднимаем немножко градусы, то есть когда котел упадет в инерции там 2 градуса, опять включится в работу. Поднимаем еще выше. Котел начался опять в работу, то есть хистерезис выставлен, это 4 градуса. Включаем насос, выключаем тыны, включаем сетевую кнопку. Все, котел готов к работе.